Приветствую вас, Яна. Я полностью согласен с вами, что разница в возрасте не имеет принципиального значения, да, если людям как бы комфортно, если люди не страдают, если люди все устраивают, то все замечательно. Я здесь с вами полностью солидарен. Также я с вами солидарен в том, что, допустим, вы любите человека, и, допустим, ну, вам что-то не нравится в нем, да, у него какие-то, у него свой подход, у вас свой, это, кстати, тоже абсолютно нормальная история, тем более, что человек уже такой достаточно, ну, зрелый, да, взрослый, и надеяться на то, что его позиция изменится, ну, вот так, сама по себе, я имею в виду, это, мне кажется, немножко, ну, немножко не про него, мне кажется, потому что было бы странно, если бы его позиция изменилась, да, было бы это, ну, просто было бы это странно, это просто странно, это просто вот характеристика, ну, такая вот, на самом деле, как мне кажется, не очень хорошая. Человека, я имею в виду, взрослого, если его позиция меняется. Поэтому здесь тоже есть, ну, такая палка о двух концах, как мне кажется. Вот. Что важнее? На что важнее? Как мне кажется, обратить ваше внимание. Мне кажется, важнее обратить ваше внимание на то, что вы как будто бы исключаете для себя возможность, допустим, любить человека, возможность быть с человеком вместе и в то же время жить своей жизнью. То есть вы почему-то считаете, что должны жертвовать собой. Вот, честно говоря, я этот момент хотел бы наверное, как-то раскрыть более подробно. Ведь можно, на мой взгляд, совершенно спокойно совмещать, да, и любовь, и вашу жизнь, и его предпочтение, и ваше предпочтение, и так далее. Да вот, если для вас не является зазорным, не является чем-то негативным, сходить куда-то одно. Вот если является, если это проблема для вас, проблема сходить куда-то одну, вот тогда да. Тогда возникает вопрос, а подходит ли этот человек вам. Потому что если он, я имею в виду, ну, мужчина, да, не разделяет ваши взгляды, если он не разделяет ваше представление о том, как вот все, ну, условно говоря, должно проходить, да, вот, то с этим уже ничего не поделать. Человека вы поменять не сможете никак. Было бы, повторюсь, странно, если бы вы его поменяли. Поэтому момент здесь такой, чтобы вы смотрели в сторону того, чтобы человеку позволить быть собой в отношениях с вами, а себе быть собой. И все. И на мой взгляд, это вполне решается.
на мой взгляд, это вполне решает много проблем. Если не сказать больше, да, если не сказать больше. Но для этого вам нужно расширить восприятие отношений. У меня такое ощущение, что вы хотите делать все вместе. Вот. И в чем-то вы правы. В чем-то. Но только лишь в чем-то. Вы правы не во всем. Потому что делать все вместе можно. Но что делать, если, например, человек не хочет? Что делать, если человек не хочет, не может делать с вами то, что вы вот хотите? Но в таком же случае вы не будете, я надеюсь, его заставлять. Вот. Понимаете, вам может на самом деле не нравится образ жизни, который ведет ваш мужчина. Вам может не нравиться его подход к жизни. Это все более чем адекватная позиция, ну, в том смысле, что вам действительно может нравиться, может не нравиться его подход. Это нормально. Вот. Но мне кажется, что слушать себя, слушать то, что хочется вам, слушать, ну, может быть, пафосно немного прозвучит, да, но слушать свое сердце, слушать моменты, которые вам важны, это очень важно для отношений, чтобы вы не чувствовали себя, ну, скажем так, обделённой, чтобы не чувствовали себя ненужной, чтобы не чувствовали себя зависимой. Ну, вот, потому что у меня такое впечатление складывается, да, вот, что вы себя как раз-таки такой ощущаете, ощущаете себя зависимой от человека. А это, мне кажется, ну, позиция достаточно уязвима. Вот. Поэтому решать этот момент, решать его, конечно, вам. Вот. Конечно, вам решать и вам определять, как, что делать. Но мне кажется, что совмещать эти вещи, именно вот совместить их, то есть, ну, позволить молодому человеку делать то, что хочет он, а себе позволить делать то, что хотите вы. Это, мне кажется, гораздо важнее. Вот. А сейчас получается, что вы ждете? Сейчас получается, что вы просто ждете, когда молодой человек созреет для того, чтобы дать вам то, чего вы хотите. Вот. Мне кажется, эта позиция, мягко говоря, ведет в никуда. Мне так кажется. Вот и все. В то же время, если у вас вот такие представление об отношениях, если вы считаете, что отношения должны быть такими, если вы считаете, что люди должны все делать вместе, в таком случае мужчина вам не подходит, потому что вы живете не своей жизнью сейчас, и неудовлетворенность, она будет расти. Вот. Обвинение, на мой взгляд, вполне естественное молодого человека в том, что он вас ограничивает и прочее, тоже будет расти. Потому что неудовлетворенность, она никуда не денется. Вот. Вот как-то, наверное, так, я бы ответил вам на вопрос,
который вы выдаете. Другое дело, что вам может быть страшно. Другое дело, что вам может быть больно, а вы можете бояться, что он вас бросит, вы можете бояться, что он вас, ну, молодой человек, в смысле, а вот, что он вас, там, как-то, не знаю, перестанет любить, что он идет от вас, но это уже больше, как вы понимаете, ваши собственные страхи, ваши собственные переживания, которые не имеют к отношениям ничего общего. И это, если это есть, то это такие элементы, которые делают вас также зависимыми от человека. Ну, просто потому, что по-другому не бывает, к сожалению. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. Вот то, что хотелось бы вам ответить сейчас, вот, с точки зрения, значит, психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения вот, какого-то моего опыта, который у меня есть на основе работы с людьми и так далее. Вот. Я надеюсь, что вам это было полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Вот. Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, если вы этого сами хотите, конечно же. Вот, ну, я надеюсь, что вы выберете оптимальный вариант решения проблемы и доверитесь специалистам. Хочу пожелать вам еще раз всего самого доброго, удачи.